Здравствуйте, уважаемый Сергей Федорович. Я пишу вам от лица совсем юного поколения, которое знает о войне из прочитанных книг и просмотренных фильмов. Но ведь это не может в полной мере показать весь тот ужас, что вам довелось пережить. Поэтому я считаю особенно важным помнить ныне живущим о подвиге, совершенном во имя всего человечества. Я хочу выразить вам глубочайшую благодарность за то, что я живу в мирное, спокойное время. Я могу мечтать и строить планы на будущее благодаря вам. Ваша непоколебимая вера, сила духа, мужество, а самое главное, беззаветная любовь к родине на протяжении долгих 4 лет ковали великую победу. Сейчас события тех времен нам кажутся далекими, но для вас это было словно вчера. Мне страшно и невозможно представить, какие муки, тяготы и лишения вы гордо и стойко перенесли. Кажется, такое не под силу обычному человеку. Но вы не просто человек, вы солдат Красной Армии. Не думая о собственной жизни, вы защищали нас, будущее поколение. Именно благодаря вам детский смех слышится то там, то здесь. Благодаря вам мы спокойно ходим в школу и общаемся с близкими. Вы подарили нам самое дорогое и важное, что есть в этом мире – жизнь. Именно поэтому мы, поколение 21 века, должны помнить, какой ценой нам досталась возможность жить под чистым и мирным небом. Люди разных национальностей и вероисповеданий шли в бой плечом к плечу, потому что цель у них была одна – защитить свою родину любой ценой. А эта цена оказалась слишком высока. Миллионы погибших, пропавших без вести, замученных в лагерях смерти. Вы умирали, чтобы мы могли жить. Чем же мы можем отблагодарить вас? Никаких слов не хватит, чтобы выразить нашу безмерную благодарность, гордость и восхищение вашим несоизмеримым подвигом. Мы лишь можем продолжить ваше дело, охранять мир на всей земле и чтить светлую память о славной и великой победе. Вы можете быть уверены, ничто не будет забыто. Мы принесем эту память сквозь года и столетия, о вашем мужестве и самопожертвовании будут знать и говорить следующие поколения. Вы для нас великий герой. Мы должны благодарить ветеранов каждый день. Время идет своим чередом, и людей, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны, становится все меньше. И поэтому я желаю вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Спасибо за то, что шли до конца и не сдавались. Я говорю спасибо всем тем, кто выжил и смог рассказать нам, что такое война. Я говорю спасибо и верю, что никогда и никому в мире больше не придется сражаться.